мы начинаем нашу... Мы начинаем наше второе отделение гала-представления. На манеже воздушный полет под руководством Евгения Зайцева. Стремление! Thank you.
Воздушный полет стремления под руководством Евгения Зайцева. Многоуважаемая публика, многоуважаемые дамы и господа, пока готовится манеж к следующему номеру, я подумал, почему бы нам с вами не заполнить эту паузу. Вы не против? Окей. Сеньоры и сеньоры, сейчас здесь для гусла опера. О, сеньора, ajudame, por favor. Parece, por favor. Сеньора, non mi tema, non si turba, io non la mangerò. Sì, applauso! Ваши аплодисменты! Вы, конечно, знаете оперу Верди, си? Си? Си. Си, bueno, си. Си. Yo primero, si non se le parole, puedo cantar simplemente ля-ля-ля. Если вы не знаете слов, можно просто ля-ля-ля вдвоем, окей? Хорошо. Маэстро, por favor. Ля-ля-ля. Браво, брависсимо, аплаузус! Otra vez. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Браво, брависсимо, una verdadera soprano. Это настоящий сопрано. Ваши аплодисменты. Ваши аплодисменты, дамы и господа, я не слышу. Браво! О, си! И ahora los señores, una inherente, а? Oh, señor, párese, por favor. Sí, sí, sí. ¡Aplausos! Это не аплодисменты. Можно погромче, ва? Браво! Sí, bueno. Oh. Sí, 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 la, la, la. Okay, no problem. No problem. Fyodor Shalapin. La, la, la. Maestro, por favor. La-la-la. Io primero, io appiero. Viviamo, viviamo, galeti codici. Fantastica! Applausos! Gde applaudismenti! Sì! Ioras. E la... Fuggivo, fuggivo l'ora. Браво, браво, настоящий Лучиано Паваротти. Браво. Аплаузус, где ваши аплодисменты? Я не слышу. Sí, ok, vamos a cantar todos juntos.
Теперь все вместе. Ля-ля-ля, окей? Окей? Окей, маэстро, por favor. Ля-ля-ля. Ла-ла. Нет, так не годится. Так не годится. Маэстро, еще раз, и чтобы нас слышала вся Москва. Ля-ля-ля. Ла-ла. Ла-ла. Muy bien, otra vez. Ла-ла. 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 Слышу! Ла-ла! Си! Ла-ла-ла! Ла-ла-ла! Браво! Брависсимо! В один класс публикум хейн Москву! Какая прекрасная публика в Москве! Браво! Брависсимо! Ну и я с удовольствием объявляю следующий номер нашей программы. Силовые акробаты Юрий Матузенко и Руслан Жук. Украина! Thank you.
Силовые акробаты Юрий Матузенко, Руслан Жук. Украина! Юрий Матузенко, Руслан Жук, силовые акробаты. Магический дуэт «Куб Трю» Николай Афанасьев, Андрей Фоменко. Cha-cha-cha.
Николай Афанасьев, Андрей Фоменко. Дамы и господа, мне приятно объявить, что на нашем представлении присутствует министр культуры России Евгений Юрьевич Сидоров. Ренское колесо. Вольфганг Пинцле, Канада. Thank you.
Вольфганг Пинчле, Канада. Вольфганг Пинчле. Bam 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 b
клоун Дмитрий Куклачев. Эквилибр на свободные проволоки. Йо Доншень, Китай.
Китай! Йодон Шэнь! Эквилибрно сваванной проволоки! Китай! Thank you.
Дмитрий Гулпачев, Россия! На манеже новые русские на вечеринке. Под руководством Александра Захарова. We'll be right back.
Внимание! Внимание! 6 сальто мортали! Mm-hmm.
«Новые русские на вечеринке» под руководством Александра Захарова. Thank you.
На манеже королева бала, народная артистка Советского Союза, герой социалистического труда, Ирина Николаевна Бугримова. Ирина Николаевна, ну как вам наш фестиваль? Несколько слов. Дорогие друзья, я счастлива тем, что наш фестиваль, всемирный фестиваль, в России, в Москве состоялся. Я хочу поблагодарить наших зарубежных друзей, которые приехали, принимали участие в жюри. Большой вам низкий поклон, дорогие друзья. Напутственное слово нашим лауреатам. Напутственное слово нашим лауреатам. Я хочу сказать о том, что сегодня много здесь мастеров, старых мастеров нашего циркового искусства, которые подняли и отдают молодежи. А вы заметили, здесь была одна молодежь. Они отдают молодежи все свое, передают искусство, свою душу, отдают свое сердце. Я считаю, те молодые, которые сегодня выступали здесь перед вами, это большое наше будущее. Приветствую я сегодняшних наших лауреатов от души и желаю им еще большего достижения в наших цирковых искусствах. Я счастлива тем, что советский, русский наш цирк, Россия, пришел на Красную площадь так, как когда-то гулял здесь народ, свободный народ, а мы еще свободнее есть и будем. Приветствую вас всех от души. Ирина Николаевна Бугримова! Ирина Николаевна, счастья вам, здоровья и долгих лет жизни. Этот праздник был как сон и как подарок, и усталости не зная до зари, был как первая любовь, горяч и ярок. И как любовь неповторим. Мы привычно чудеса считали вздором, но манежа молодые короли из далеких стран пришли в осенний город. И верь, не верь, а чудеса произошли. Праздники и проводы нам судьбой дарованы, и теперь по-новому увидим мы, как над Москвой дымкою
окутал небо темный купол, ярким стал, как будто он купол цирковой. Город кажется пустым и гулким эхом. Так бывает, если кончен карнавал. И по-детски мы грустим, что цирк уехал, и дай нам Бог не позабыть, что приезжал. Праздники и проводы нам судьбой дарованы, и теперь по-новому увидим мы, как над Москвой дымкою окутан небо темный купол, ярким стал, как будто купол цирковой. Купол цирковой. Многоуважаемые дамы и господа, дорогие друзья, а теперь позвольте пригласить на этот манеж жюри, которое 4 дня обсуждало наших конкурсантов и сегодня выдвинуло вердикт. Жюри на манеж! Я предоставляю слово министру культуры России Сидорову Евгению Юрьевичу. Дорогие друзья, если бы Исаак Осипович Дунаевский дожил бы до этого момента, ему было бы очень приятно услышать свой марш именно здесь, в этой аудитории. А вообще, я вам скажу честно, я первый раз в жизни на манеже. Я мечтал всегда выйти на манеж, когда еще был мальчиком, когда Буше на Цветном бульваре выводил кавалькаду служащих манежа. Я мечтал побывать на манеже, и вот теперь я дожил до того, что я присутствую здесь вместе с вами на Всемирном фестивале московском. Такого счастья я себе даже не предполагал никогда в жизни. Я вас поздравляю, обнимаю, люблю и считаю, что у нас все в порядке и будет еще лучше. Но поскольку я не только любитель цирка, но еще и министр культуры российского государства, Российской Федерации, я должен сказать несколько слов от имени своего правительства. И я должен сказать, дорогие дамы и господа, дорогие зарубежные и советские участники этого фестиваля, что мы явились свидетелями прекрасного события, которое, я уверен, вызвало большой интерес не только у профессионалов, но и, что очень важно, у московской публики, у детей, у взрослых. Как много здесь было людей на Красной площади. И это прекрасно, потому что цирковое искусство есть одно из самых демократических,
а может быть, самое демократическое, самое праздничное и самое светлое искусство из всех жанров искусства. Первый фестиваль в Москве международный, я думаю, он будет повторяться. А чем мы хуже Монако? Чем мы хуже Франции? Где еще фестивали проходят? Где? В Италии. У нас каждый год или через год, или раз в три года, но должны проходить цирковые фестивали, потому что у нас замечательный цирк. У нас замечательные традиции, которые в литературе воплощены. Почитайте классику русскую, везде есть Куприн, Толстой, Чехов, везде есть цирк и везде есть цыгане. Это наша русская, и пусть будет цирк всегда с нами. Дорогие мои, мы стали свидетелями рождения новых цирковых звезд. Нам удалось испытать и счастливые мгновения, соприкоснувшись с вечно молодым и самым демократичным искусством цирка. У нас были некоторые неудачи, но мы эти неудачи воспринимали как жизнь, потому что жизнь не может состоять из одних паратале, из одних фейерверков, салютов. Там бывают и маленькие неудачи, но эти маленькие неудачи подчеркивают большие победы. И я хочу нежно поклониться всем участникам этого фестиваля, потому что каждый из них достоин большой победы и большой награды. А теперь я предоставляю слово совершенно замечательному человеку. Я его поклонник, это Мстислав Михайлович Запашный, который руководил трудной работой нашего жюри. Пусть он скажет свое слово. То, что говорю я, это не обязательно, а его слово – закон. Спасибо, Евгений Юрьевич. Уважаемые дамы и господа, уважаемые и любимые артисты, победители первого всемирного фестиваля циркового искусства в Москве на Красной площади. Сегодня вы своим искусством внесли новую страницу в историю мирового развития циркового искусства. Я сердечно всех благодарю от имени жюри. Вы не заставили нас слишком сильно спорить. Мы были почти всегда единогласны в своих сегодняшних решениях. Я сердечно благодарю от вашего имени всех членов жюри высокой квалификации. И хочу попросить бурными аплодисментами поприветствовать всех членов жюри, отдавшие свои голоса нашим победителям. Спасибо. Thank you. А сейчас я попрошу директора фестиваля Александра Дмитриевича Калмыкова огласить список победителей.
На нашем конкурсе at our competition было учреждено 4 бронзовых медведя, 4 серебряных и 2 золотых награды. Александр Дмитриевич, прошу огласить этот список и вручить призы. Спасибо. Итак, итоги 4-дневной напряженной работы циркового жюри. 4-я бронзовая премия. Эквилибрист Сергей Дружина, Россия! Приз вручает господин Лиан Цянь, Китай. Ее вручает директор казино Монте-Карло из Лас-Вегаса, господин Питер Равин, присуждается китайской акробатической группе Шандон. Художественный руководитель и главный режиссер канадского цирка «Де Солей» господин Шиль Сен-Круа вручает вторую бронзовую премию «Силовой парень из Украины» Матусенко и Жук. Украина! Первую бронзовую премию президент конкурса «Цирк завтрашнего дня» господин Доминик Маклер вручает акробатам на верблюдах под руководством Эдуарда Арзуманова, Узбекистан. Директор цирка Тиани, господин Франц Зайслер, вручает 4-ю серебряную премию гимнастам под руководством Евгения Зайцева. Воздушный полет из России!